Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и только что я дико профокапился, случайно перепутав кнопки, начав стримить без звука, но я думаю, вы все поняли, это была запись видео, а не стрим, вот, так что я уже удалил. Всем большой респект, кто в рынке, кто делает профиты, всем, кто отучаствовал в BitDAO с токен сейле, тоже большой привет, я отучаствовал, все прошло успешно, в итоге аукцион закончился меньше, чем за день, здесь нужно было нажать claim. И все, кто нажал клейм, получили свои токены. Правда, нужно доплатить было дополнительную комиссию газа. Но все, кто пишет, что гринин, и хрена мы свапали и потратили 40% на газ. Ну, как бы, ребят, если вы на $100 закупались, то сори. У меня ушло 0,1% на газ где-то, потому что я закупался на $32,000. Да, в моменте все просело сейчас процентов на 20, но это нормально. Это потому, что хомяки сейчас продают. Токен только-только выпустили на DEX, и хомяки любят продавать в минус, поэтому вот они, собственно, и продают в минус. У меня же это долгосрочная инвестиция, мы будем держать. Bybit будет листинг, судя по непроверенной информации, уже вот в конце сентября где-то. Так что все окей, чики-пики. Ну да, сейчас вы можете купить чуть дешевле уже на свапалках. Если хотите, да усредняйтесь, вот, по $70, вообще не вопрос. Проект не скамовый, проект серьезный, то есть это, ну, вы сами все можете почитать у них на сайте. Большой-большой инвестиционный фонд. Вот, что по другим монетам? По битку, те, кто говорят, что вот, у нас коррекция, что все, там, типа, падаем. Слушайте, ну, отдаляйтесь на недельные свечи. Вот у нас с вами четвертая недельная зеленая свеча. То есть все эти коррекции, которые внутри этих свечек маленькие, как бы их на самом деле нет. Они ложные, потому что в целом мы идем с вами куда-то наверх по нашим моделям Stock to Flow и так далее и тому подобное. Кто, кстати, не видел за Stock to Flow, посмотрите обязательно. Мы сделали полуторачасовую дискуссию Бенджамина Коуэна и Плана Би, перевели для вас специально на двух каналах. На нашем втором канале CryptoCommons 2.0 и на канале Russian Crypto Family. В общем, посмотрите обе части, очень интересные. По этой модели вот у нас как бы верхняя граница канала, нам пророчат куда-то туда, то есть мы как-то вот так пойдем, и потом только в медвежий рынок. Так что не дайте себя обдурачить, рынок бычий, вот, коррекция завершилась локальная, мы идем наверх. Но давайте смотреть, что с альтами, и давайте смотреть, что с очень крутыми альтами. Например, аудио. Посмотрите, как круто аудио отскочило от нашей с вами экспоненциальной линии поддержки. И уже за сегодня поднялся на 100% и даже на больше, на 180% на пике. Круто же, правда? И аудио к биткоину, соответственно, тоже, и аудио к доллару. И если вы помните, я вам говорил, ребята, вот здесь, что я не хочу покупать аудио по $4, я подожду откатика, и я закупился прямо вот тут на донышке и полетел наверх, и прям очень сильно этому рад. Вот, тем не менее, кто говорит, что нафига, вы говорите о монетах, которые уже запампились, надо говорить о тех, которые на низах. Мы вообще обычно говорим всегда о тех, которые на низах, вы это знаете, ребят. Поэтому давайте поговорим еще об одной монетке, которая сегодня очень хорошо запампилась, это Solana. И я хочу вас предостеречь, что не надо сейчас ее здесь покупать. Я вам и здесь говорил, что я скептически настроен. Вот здесь вот на Solana, и мы увидели коррекцию. И сейчас тоже, я думаю, что мы в какой-то момент увидим коррекцию. Можем ли мы сходить еще выше? Можем. Смотрите, сколько зеленых свечек подряд может быть. То есть в теории мы можем еще сходить выше сотни долларов, захайпить, там хомяков нагнать, и потом уйти в очередную коррекцию. Типа вот такой. Поэтому не надо лезть в Solana. Имеет смысл, наоборот, забирать часть профитов, лесенка, если они у вас есть, выходить потихоньку из Solana и заходить в какие-нибудь недооцененные монетки. В тот же Dash, в тот же Bitcash. Ну, в какие-то стопудовые штуки. Да хоть в биток, блин. Ну, посмотрите на Dash. Dash реально удержал поддержку. Dash сейчас покажет по ходу рост, перепишет вот этот хай. И потом пойдет переписывать свой мультигодовой многолетний хай. Потому что, ну, реально, слушайте, по сравнению с кучей монет, с тем же даже Zcash, с тем же Ontology, как Ridwan разнес нас на эфире. У них у всех было напечатано уже кучу монет за эти 3 года, а у Dash очень мало монет намайнилось, потому что Dash очень дефицитный актив, еще более дефицитный, чем биткоин. Так что у него есть все предпосылки к тому, чтобы полететь вот туда, туда и даже выше, как это сделали уже эфир, как сделал эфир Classic, как сделал Доги. Короче говоря, по Dash вот такой прогноз от Грини. Дисклеймер, не финансовый совет, но я думаю, да. Вот, по биткэшу точно такой же прогноз. То есть, ребят, задача аккумулировать те альты, которые внизу, в зоне накопления, а не которые уже стрельнули вот так, как Solana. Это, я думаю, должно быть всем понятно. Basic Attention Token тоже в относительном низу, еще к биткоину, если вы посмотрите, вот он вообще внизу. К биткоину, то есть он когда полетит к биткоину, он и к доллару тоже затузамунит, ой-ой-ой-ой, скорее всего. Bitcoin Cash, то же самое, зона аккумуляции, все еще, посмотрите, многолетняя зона аккумуляции, вот мы уже ходили вот сюда, сейчас мы, скорее всего, пойдем дальше выбивать
предыдущие вот эти хаи. Ну, как бы просто альты в этом сезоне более заторможенные старые. Я думаю, это вы уже поняли. Вот. Так-то что, можно, в принципе, на любой монете иксовать. OneInch, кстати, тоже отконсолидировался. Я думаю, что по OneInch тоже нас ждут хорошие движения впереди. Хотя эта монета более новая, но это не совсем монета, как бы, да, это токен децентрализованного агрегатора по DEX'ам, то есть по децентрализованным биржам. Вот. Кстати говоря, еще сегодня мне скинул бро, Виталий мне скинул сегодня свапалку новую, BSwap. Если вы знаете, что за BSwap, я еще даже не разобрался, но вот они тут дают фарминг какой-то по 200 годовых и так далее. Понятно, что высокие риски, все дела. Но, в общем, я сделал ревку. Это тот случай, когда это DEX, но с ревками. Я сделал ревку для вас со скидкой 25%. Так что, кто заинтересуется в бисвапалке, переходите по ссылке, я дам ее в описании. Получите скидку 25% пожизненно на все вот эти вот штуки. Тут есть интересные предложения, вот даже по 450 годовых. Но, сами понимаете, такие проценты сопряжены с высокими рисками. Тут можно подключить вот кошелек, MetaMask, сети Binance Smart Chain и начать с ней разбираться. Вот. Но я пока этого делать не буду, но ссылку оставлю для вас в описании. Что по остальным делам? Давайте посмотрим. На Ascendex'е сегодня действует суперкрышесносная акция. По $50 трейдинг-бонусами раздают первым 100 пользователям, кто зарегистрируется по нашей ссылке, откроет фьючерсный аккаунт и получит просто в разделе бонусов эксклюзив, нажмет «Получить бонус». Вот на скрине все нарисовано. Только с компа это работает. С компа регистрируйтесь. Если у вас уже есть аккаунт, регистрируйтесь на новый email. Тупо активируйте фьючерсный аккаунт, заходите в эксклюзив бонус, нажимаете «Claim» и получаете $50 трейдинг бонусами, ими можно торговать, весь профит можно выводить, и бонус тоже со временем становится вашими деньгами, когда перекрывает размер комиссии. Только по этой ссылке, только для первых 100 пользователей. На Фемиксе держу свой лонг, продолжаю, разгрузил уже большую его часть, вот, в плюсе сейчас на 3130%, реализованный и нереализованный PNL вот такой. Золото добрал, ну по чуть-чуть золото взял, золото вообще профит несет, конечно, за неделю, как крипта за час иногда, но тем не менее, золото, не финансовый сайт, дисклеймер, офигительнейшим образом можно торгануть на Фемиксе, тем более, посмотрите, мы уперлись в такое, в конкретнейшее двойное дно, то есть вот этот прокол уже был, никто не ожидал, я здесь вовремя, кстати, вышел из предыдущего лонга и произошел снова вот здесь вот, поэтому дисклеймер, не финансовый совет, как всегда, но я думаю, что это туда пойдет. Посмотрим, конечно. Может быть, еще чуть-чуть ниже свозят. Но в целом золото, ну, фундаментально это наверх. Слушайте, его искусственно сдерживают многие годы уже. Вот, ну, ладно. На Binance держу Dash Long. Основная часть, конечно, в кроссе и на спот. Все время весь профит из других щитков вывожу в Dash. Но на фьюче тоже держу вот спекулятивную позицию. 100 Dash в плюсе на 700%. Уже PNL 7000 баксов с половиной. Цена входа 132. Цена ликвидации 127, то есть я вывел все из-под этой маржи, грубо говоря, это мой стоп. Ну, как бы, не знаю, я думаю, что вряд ли туда дойдет, контролирую вручную эту сделку. На Bybit держу 5 лонгов все еще, эфир вчера подразгрузил частично, чтобы инвестировать в BitDAO, в плюсе на 2000% или на 7500 баксов, всего 10 тысяч контрактов, то есть равные 5 эфирам осталось, и вот все еще колбасит сделка. EOS'ов 1000 контрактов, тут немножко XRP 5000 контрактов осталось, в плюсе на 2500%, Polkadot, небольшая поза, ETC, небольшая поза. Кто не видел еще наш новый обзор по Bybit, обязательно посмотрите, как торговать на этой бирже, со всеми тонкостями, и плюс у нас на этой неделе пойдут лайвстрим, торговый лайвстрим с Bybit, конкретно по Bybit, так что будьте подписаны, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить все тонкости биржи, все вопросы, как, чего, куда, какие контракты, сколько плечо, комиссия, все можно будет задавать, на все будем отвечать обязательно. Вот, ну и в принципе, наверное, я на сегодня все сказал, сегодня вечером еще постараюсь выйти в стрим, чик, чик-чирик. Эфир Classic тоже очень побычно настроен, держу, несмотря на то, что он уже начал иксовать, я думаю, что он, вот он даже не пошел по моему сценарию с дополнительной коррекцией, он пошел уже вот так, возможно, он потом сделает еще вот так, но в целом, конечно же, он пойдет выше. И смотрите, как он переписал круто свой хай предыдущий к доллару, ждем такой же темы от Dash и от Bitcash, ребята, потому что это тоже старая монета, и будут просто мульти-иксы, понимаете, мульти-иксы. Не теряем веру, берем риски на себя. Не продаем в минус, когда это все падает в моменте. Продаем только в плюс. Действуем с холодной головой, ребята, и будет вам профит. С вами был Гринь, это канал Crypto Commons. Подписки, лайки, стопы, тейки. И всем профит ролей, пока.